Короче, я приветствую вас на самом обдолбанном канале самого обдолбанного пользователя Ютуба. Почему обдолбанного? Потому что за 2 года я снял около 743 видео и их опубликовал, соответственно. И за это время, за эти долбанных, огребанных, за это гребанное большое время, 2 года, у меня подписалось 347 подписчиков, я победитель по жизни. И так, слушайте, а какого, зачем я тогда делаю? Зачем я продолжаю снимать, если у меня нифига не прет? Чё-то я как-то не понял. Блин, меня погнали с работы, меня ушла... Где моя жена? Чё-то я её последний месяц не видел. Чёрт, какого хрена я творю? А ну нафиг. Какого хрена вообще это происходит всё? А, мне кажется, бесполезно жить дальше. Нафиг. Придурок ёбаный. Так, ладно, чуваки, мне повезло, что я не умею стрелять, и я промахнулся, и это очень круто, это знак свыше, да. И что мы имеем? Мы имеем некую Far Cry. Какую Far Cry, спросите вы меня? И у вас будет много вопросов, наверное. И Far Cry это под названием... Знаете, я не буду, я прочитаю как есть. Primal. Она называется, это Far Cry, это каменный век, да. Это каменный век, где мы сможем охотиться на животных, мы будем вооружены луками. Давайте не луками, а луком со стрелами, с разными, с огненными, с какими-нибудь там еще. И у нас, кроме этого, будет еще много разных возможностей, да, интересных, новых именно, которых не было, может быть, раньше. И вы спросите, Far Cry, что это? Я вам скажу. Это игра, где нужно захватывать аванпосты, да. Ну, включительно с третьей части так пошло, повелось это. Аванпосты, аванпосты, кому не нравится, да. Потом вышки. Вы спросите, какие вышки? Какие вышки в каменном веке? Я вам скажу, да, именно вышки. Но только здесь они немного выглядят и именуются по-другому. Итак, начнем с чего? Начнем с того, что у нас это каменный век, и местность, я не помню, я же говорил под названием, ну, еще раз повторю, Уруса. Уруса, я не знаю, как правильно читается, может быть, Уруса, как правильно говорится, Уруса, Уруса или Уруса, это не важно, будем называть Уруса. Так вот, это местность, это каменные, хотел сказать, каменные джунгли, нет, это каменный век, это лес, это, по-моему, это не тропический лес, вот, где много диких животных, древних животных, там, саблезубых тигров, я так понимаю, мамонты, там, ну, может быть, носороги, они сейчас носороги. Носороги, они в Африке носороги, вот. И что мы сможем? Мы сможем приручать животных, да, это самое, наверное, новшество. Ну, слонов мы в 4-й части уже приручали, но здесь также это остается в силе. Мы сможем приручать мамонтов, мы сможем на них гонять. Мы сможем приручать не только мамонтов, но и хищников. Да, мы можем кидать им приманку, добычу. Они... Прокачав навыки, мы сможем их приручить. Мы возьмем над ними власть и пойдем крушить черепа, да. Мы далее, у нас появится возможность натравливать этих животных на своих врагов. Не только на врагов, но и на добычу. Ну, например, на каких-нибудь травоядных. То есть, тем самым, добывая их шкуру, мясо этих животных. Например, лань какая-нибудь бежит, мы такие тигру говорим, эй, да, схвати эту лань, такая сочная, спелая лань, давай, возьми. И он такой берет и хватает лань. И это плюс, это очень круто, это очень интересно. Мы сможем улучшать навыки. У нас есть в игре большая местность, которую также необходимо открывать. То есть, тем, как вы помните, захватывать вышки. Но что тут подразумевается под словом вышки. Я вам сейчас скажу. Итак, например, берем леопарда, да, тихое животное, которое может под... Я вообще это сужу по геймплею, который на днях тут недавно вышел. Так вот, этот леопард, он подкрадывается к добыче. Мы вместе с леопардом подкрадываемся к нужной точке, да. Это сигнальный костер. Да, это сигнальный костер, который нам необходимо зажечь, чтобы открыть территорию. Какую-нибудь, чтобы открыть определенную территорию. Ну вот, мы натравливаем леопарда на, например, одного противника, а сами месим другого, да, там. И третьего, например. Их особенно там немного на этих точках. На этих вышках было всегда их мало. Вот. И далее, что у нас есть еще? Аванпосты. Что с аванпостами? С аванпостами остается примерно та же фигня, но у нас есть наш добрый союзник под названием Сова. Да, с помощью нее мы сможем облететь нужную местность нам и вызвать ее помощь, да, может быть, даже атаковать кого-нибудь с воздуха. Ну, не говном, а напасть, я имею в виду. Вот. То есть она осмотрит местность, и мы, собственно, вычислим какие-нибудь стратегически важные точки. И попытаемся атаковать, захватить аванпост, под себя его захватить, да. И тут в бой вступает тяжелая артиллерия, да, это медведь, да, пещерный медведь, насколько я понимаю. Вот, то есть мы его тоже сможем приручить, надеюсь. Вообще, одним из таких свирепых, как я понял, хищников, ну, нормальных, является тигр. Я так понял, саблезубый, насколько мне известно, да. Волки там есть дичайшие, все они, эти зверьки, опасные. Ну вот, мы захватываем все эти аванпосты, мы открываем новую местность, нам показываются на карте новые виды животных, какие-то, может быть, секретные места и травка. Травка, да, с которой мы сможем также создавать себе что-нибудь лечительное, целебное. Ну, это все остается в силе, мне кажется. Вот. И улучшать навыки, то есть прокачиваться, все почти то же самое. И такая небольшая, краткая версия, краткая, как сказать, там, ну, обучалка по игре, краткая информация по игре Far Cry 4, то есть... Разработчики на что только не пойдут, чтобы сохранить, значит,
ну, как серию игр, да, попытаться удержать ее, чтобы радовать геймеров, там, ну, или простых, в общем, игроков, чтобы они купили ее, заинтересовать их тем самым, да, ну, и прочее-прочее. А вид передвижения у нас примерно тот же. Мамонты, ну, тот же, я имею в виду слоны в четвертой части, а тут мамонты у нас появляются, мы тоже сможем ими управлять, и это, по-моему, очень круто. Ну что же, кстати, третья, четвертая часть у меня на канале прохождения, круто, да? Вот, все прекрасно, и будем ждать, наверное, да, будем ждать с нетерпением. Правда, что-то я посмотрел так по графике, что-то особо ничего не изменилось. Ну ладно, может быть, это пока что. Ну что ж, будем ждать с нетерпением, может быть, с терпением, может быть, вообще не будем ждать эту игру. Всем пока!